Обзор Worldwide Markets. С вами снова PFOREX, в этот раз с обзором Worldwide Markets. Компания регистрирована в Великобритании и обладает лицензией Financial Conduct Authority. Также обладает регуляцией MiFID и регуляцией FSC Виргинских островов. Всю эту информацию можно посмотреть на сайте организации по адресу www.worldwidemarkets.com. Среди собственных преимуществ брокер выделяет разнообразные платформы, быструю регистрацию, партнерские программы, безопасность средств, также быстрое исполнение. Предлагаются две платформы MetaTrader 4 и AlphaTrader для того, чтобы лучше выбрать. Брокер предоставляет таблицу сравнения этих двух платформ. К примеру, платформа AlphaTrader доступна в трех версиях для десктоп, веб и мобильных устройств. Среди языков английский, испанский, арабский и китайский. Профессиональные новости рынка предоставляются, трейдинг в один клик, риск-менеджмент и так далее. Торговать можно спот Форекс и контракты на разницу цен. У MetaTrader 4 по языкам, конечно, гораздо больше, выбор более 40 языков. Десктоп, веб и мобильные версии этой платформы здесь предлагаются. Инструменты торговли те же самые, доступен автоматический трейдинг, экспертные советы. Скачать платформу можно прямо с ресурса компании любую, причем. Пополнить депозит у брокера Worldwide Markets можно при помощи кредитных карт Visa, MasterCard. Здесь у нас нулевые комиссионные, и на отображение сумм потребуется всего лишь один рабочий день. Также доступны банковские переводы. Здесь возлагаются уже комиссии, и они определяются непосредственно банком, которым вы перечисляете, тоже до одного рабочего дня. Понадобится на отображение суммы, обещает брокер. Аналогичные сроки у нас депонирования в случае Skrill и Neteller. Нулевые комиссии предлагаются. Кстати, минимальный депозит у брокера всего лишь 25 американских долларов. Сумма достаточно скромная. Между прочим, брокер также предлагает трейдерам обучающие счета, которые актуальны как в случае MetaTrader, так и в случае AlphaTrader. В контактной информации у нас имеются номера телефонов, номер факса, адреса электронной почты. Естественно, работает лайв-чат. Есть онлайн-форма для заполнения и отправки сообщений. Поддерживает ресурс несколько языков: китайский, тайский, испанский, английский и арабский.